Сегодня мы начинаем рассмотрение книги пророка Михея. So why don't you go ahead and turn in your Bibles to the book of Micah. Давайте откроем Библии, книгу пророка Михея. Micah is the last of the prophets we will see written to Judah. Михей — это последний пророк из рассматриваемых трех пророков, которые адресовали свои послания к Иуде. And Micah is one of my favorite of among the minor prophets. И среди малых пророков Михей — мой любимый пророк. Now, a little background material would be helpful before we start. Немного общей информации по поводу книги пророка Михея, прежде чем мы обратимся к рассмотрению этой книги стих за стихом. Micah's name is significant. Очень важное значение имеет значение слова Михей. The name Obadiah meant servant of the Lord. Помните, что Авдий означает слуга Божий. Joel means Yahweh is God. Иуиль означает Иегова есть Бог. And Micah means who is like the Lord. А Михей означает кто подобен Богу. Имя Михей означает кто подобен Богу. As in nobody is like God. И ответ на него очевиден: никто. We believe that Micah wrote about 725 to 740 BC. 742. Считается, что книга пророка Михея написана в период с 740 до 725 года до нашей эры. And of course he wrote to the southern kingdom of Judah. Адресована она Южному царству. And that means that it was about 150 years before the fall of Judah to the Babylonians. Это означает, что книга была написана примерно за 150 лет до падения Иуды в результате нашествия вавилонян. And almost immediately at the time that Israel fell to the Assyrians. Практически в то же самое время Израиль был завоеван Ассирией. We don't know anything about Micah's occupation. О роде деятельности Михея нам ничего не известно. But he is often called the prophet of the poor and downtrodden. Но часто его называют пророком нищих и угнетенных. He was probably prophesying around the time of King Hezekiah. Считается, что он пророчествовал примерно во время правления царя Иезекии. And for most of his life, Hezekiah was one of the best kings of Judah. И большую часть своей жизни Иезекия был одним из лучших царей Иуды, благочестивым царем. And the overall message is judgment on Jerusalem. Основная тема книги — это суд над Иерусалимом. Okay, beginning in verse 1. Теперь мы переходим к рассмотрению книги стих за стихом, стих 1. Слово Господне, которое было к Михею, Мрасфите, но в дни Иоафама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских, которые открыты ему о Самарии и Иерусалиме. Okay, he spoke through the reigns of three different kings. Итак, он пророчествовал во времена царствования трех различных царей. Hezekiah brought great prosperity to the land of Judah. Иезекии, во времена правления Иезекии в Иуде было время процветания. But unlike Jeroboam II in the north, Hezekiah was a godly king. Но в отличие от Иеровоама II, который правил в Северном царстве, Иезекия был благочестивым царем. The first major passage in the book shows God coming to Israel and Judah in power as a judge. Самый первый раздел книги пророка Михея рисует нам Бога, который идет к Иуде как судья. Verses 2-5. С 3 по 5 стихи. «Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее? Не Иерусалим ли?» All right. Micah divides into five different sermons.
Книга пророка Михея состоит из пяти различных посланий. And this is the beginning of the first sermon. Это начало первого послания. It is a picture of great judgment coming on both Israel and Judah. Здесь рисуется образ великого суда, который будет произведен как над Иудой, так и над Израилем. And you will notice in the verses that there is a destruction of the creation. И в этих стихах вы можете обратить внимание, речь идет о разрушении творения. Mountains and valleys are undone. Долины распадутся, как воск от огня. So this is sort of a Genesis reversed. И горы растают под ним. То есть получается, это процесс обратный процессу сотворения, который описан в книге Бытие. So this is a picture in apocalyptic form of, то есть это картина некой апокалиптической формы. Of the invasion of Sennacherib. О вторжении Синанхириба, who invaded Israel, который напал на Израиль. And also, perhaps in the background is the invasion of Nebuchadnezzar with the Babylonians. И возможно также вторжение Навуходоносора. You'll notice too in verse 5 he talks about high places. А во втором и в пятом стихах речь идет о высотах. Whenever we see high places mentioned in Scripture, всякий раз, когда в Библии упоминаются высоты, they are references to places on hills where idolatrous worship takes place. Обычно имеется в виду те высоты, на которых устраивали жертвенники лжебогам, и там проходили всевозможные практики поклонения лжебогам. So we're not surprised that in the northern kingdom, Samaria is the high place of Israel. Мы с вами не удивлены тем, что в северном царстве Самария находится на высоте. But what does he say is the high place of the southern kingdom of Judah? А вот в южном царстве, в Иуде, высота земли это что? Что находится на высоте, согласно этим стихам? В Иуде, да. Yes, Jerusalem. Иерусалим. Okay, so the real focus of the prophecy is going to be not so much on Samaria, but on Judah and Jerusalem. И в своем пророчестве пророк Михей акцентирует внимание скорее не на Самарии, а на Иерусалиме. Verses 6 and 7 6 и 7 стихи just reiterate that Samaria will be very soon a ruin. Еще раз подтверждают, что вскоре Самария будет истреблена и разрушена. And remember the timing on Micah's prophecy. Вспомним еще раз, в какое время пророчествовал Михей. Almost immediately after he prophesied, the Assyrians destroyed Samaria. Практически сразу после окончания его пророческого служения ассирийцы захватили и уничтожили Самарию. But then the real burden of the prophecy is verse 8. Но в восьмом стихе говорится, в общем, как бы излагается главная тема пророчества, что больше всего волновало пророка. Об этом я буду плакать и рыдать, буду ходить как ограбленный, обнаженный, выть как шакалы и плакать как страусы, потому что болезни, на поражение ее и так далее. Okay. Do you remember in the book of Amos? Помните в книге пророка Амоса? One of the first prophecies was of the destruction of all the different nations. Вначале он пророчествовал о разрушении разных народов, об истреблении разных народов. Syria and Damascus, Сирия, Дамаск, Edom, Edom и так далее. And then Judah, and then Israel. А потом Иуда, а потом Израиль. And there's this reversal of order, culminating with the nation he was writing to, Israel. Получался такой порядок от языческих народов, от чужеземных народов непосредственно к Израилю. И Израиль, весть о разрушении Израиля была как бы кульминационной в его пророчестве. Well, that is what Micah is also doing. Михей поступает здесь точно так же. He begins with Israel and then goes to Judah. Он начинает с Израиля и заканчивает Иудой, непосредственно той землей, к которой он обращается, к тому народу, которому адресована его книга. Now, listen to verses 9 through 15. А теперь выслушаем стихи с 9 по 15. And as Larissa is reading, please make careful note of all the various cities that are mentioned in this passage. И пока Лариса будет читать, я прошу вас обратить внимание на различные селения или города, которые здесь упомянуты. Потому что болезнь на поражение ее дошло до Иуды, достигла даже ворот до народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте так громко, но в селении Орфа покрой себя пеплом. Переселяйте жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущая в Циане. Плач в селении Ецель, не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем
Добре жительница Маруфы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай колесницу быстрых, жительница Лахиса. Ты начало греха Чересионова, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Марешеф-Геф до селения Ахзива. Будут обманом. А население Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша. Он пройдет до Адалома славы Израиля. Okay, that is a lot of cities named in that one passage. Да уж, очень много всевозможных селений перечислено в этом отрывке. And there are a lot of cities in there you probably didn't recognize. И, наверное, многие из этих городов вы не узнали. And the reason is most of those cities are never named in the Bible. А почему? Потому что большинство из этих городов не упоминается в Библии нигде, кроме этого места. And there is no archaeological evidence of their existence. При этом не существует никаких археологических данных об их существовании. We don't doubt that they existed. Мы с вами не сомневаемся в том, что они существовали. There's just no lingering historical evidence. Просто нет никаких исторических свидетельств об их существовании. But while it's difficult to know exactly what the cities stand for, or where the cities are, it's not difficult to understand what Micah is doing. Но несмотря на то, что мы очень мало что знаем о городах, о том, что это были за города, мы можем вполне определенно установить, что здесь делает Михей. If this is Jerusalem, если вот это Иерусалим, then each of the cities is one step closer to Jerusalem, coming down from the north. То каждый из этих городов в направлении с севера на шаг приближает нас к Иерусалиму. And he is actually just tracing the route that the Assyrians were going to, or the Babylonians were going to take on the way to destroying Judah. Другими словами, они все находятся на пути вавилонян к Иуде, к Иерусалиму. Now you can imagine the building drama in the hearts of his readers as they read this. И вы можете себе представить, какие чувства обуревают читателей этого пророчества, когда они осознают, что это за города и к чему они приближают, какой путь они собой маркируют, обозначают, когда они читают. He starts with a city that's quite a long ways away from Jerusalem. Начинается все с упоминания города, который находится довольно-таки далеко от Иерусалима. Oh, that's no big problem. Don't have to worry about that. Но это не проблема, думает читатель. Подумаешь, этот город все равно далеко. But then each succeeding city gets closer and closer to home. А дальше читается о следующем селении, о следующем, и жители Иерусалима понимают, да, они же приближают вот эти события как раз к Иерусалиму, к моему родному городу. And the emotional impact would be very large, be huge. Ну и, конечно, эмоциональное напряжение, которое испытывает читатель, будет каждый раз возрастать с каждым новым городом, с упоминанием каждого нового города. You could sort of imagine doing this if you were going to preach this message. Вот если бы вам пришлось проповедовать это, then you might perhaps think of cities and villages that are between Moscow and Kursk. То можно было бы такую иллюстрацию привести. Вот представьте себе города, которые находятся на пути из Москвы в Курск. You were trying to bring home the sense of impending doom on Kursk. И вот вы начинаете их перечислять, там Тула, Орел и прочие, и у читателя создается впечатление, все это приближается к моему родному городу, к месту, где я живу. And that is what Micah is doing. Впечатление такой постепенно надвигающейся опасности. Именно это впечатление хочет создать у своих читателей пророк Михей. He wants the Jews to sense this doom is upon them. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. All right. So because time of judgment is coming very quickly in verse 16. Поскольку время суда уже совсем близко. The people are called to mourning. В 16 стихе пророк призывает людей плакать и рыдать. «Сними с себя волосы, остригись скорбя о нежно любимых сынах твоих, расшири за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя».
They are to shave their heads, not Пророк in the sense говорит, of a Nazarite vow. Сними с себя волосы, другими словами, обрей волосы, но не в смысле выполнения, не в смысле осуществления назарейского обета. But as a sign of mourning. А как знак скорби. So that is the end of the first sermon of Micah. На этом заканчивается первое послание Михея. The sense is that judgment is coming because of sins against God. Создается впечатление, то, что, о чем пишет Михей, что суд грядет из-за грехов против Бога. Idolatry is mentioned especially in the previous verses. В предыдущих стихах отдельно выделяется грех идолопоклонства. Temple prostitution. Храмовая проституция. Building high places. Построение высот. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.